Мы должны понимать, что ни одно оружие, ни один арсенал мира не сможет сравниться с несгибаемой волей и духом свободных мужчин и женщин. И наши нынешние соперники лишены этого преимущества. Это должны понимать все, кто прибегает к терроризму и угрожает соседям. Отдельные аналитики утверждают, что США уже находится в состоянии войны с Советским Союзом. Сколько советских шпионов живет среди нас? 52 гражданина Америки взяты в заложники на территории посольства США в Тегеране. Анонимный источник в Белом доме утверждает, что мир в одном шаге от ядерной катастрофы. Господин президент, есть два имени, связанных с проблемой заложников. Раш Кадивар и Касим Джаладин. Только прикажите. Что ж, пора преподать им урок. Больше никаких заложников. Адлер, ты уверен, что полиции можно доверять? За этим парнем есть должок. Он отвернется. Адлер? Рад, что вы с нами, Ганс. Это Мейсон. Можно выдвигаться к цели? Касим сейчас у себя, но его хорошо охраняют. Могу убрать оттуда своих на 15 минут. Надеюсь, ваших много. Достаточно. Приятно иметь с вами дело, Ганс. Давай, Луцу не терпится подраться. Зачем его огорчать? Время идет, Вудс. Касим ждет, не дождется. Эй, Мейсон, игрушки в багажнике. Решил, что он в безопасности. Вокруг него толпа народу. Но это его не спасет. Адлер, а нам обязательно брать его живым? Касим кое-что знает. Остальных можно в расход. Вот и нужный дом. Работаем быстро и жестко. Ганс дал нам 15 минут. Идем. Устроим им новогодний фейерверк. Мейсон, зажигай. Касим поднялся по лестнице. Вперед!
можем. Начинай, Мейсон. Эй, эй, стоп, стоп, стоп! Нет, нет, нет! Я только передал деньги. Я не представляю, где Араш. Вы не понимаете ситуацию. Вы же американцы. У вас правила. Вы взяли заложников. Правила изменились. Нет. Он в Турции. Но у него встреча на аэродроме Трабзона. Завтра ночью. Я не знаю, честное слово. Все их переговоры шифруются. Это не... Грузи его. Скоро он заговорит. Понадобится помощь, дай знать. Хадсон, жди подарочек. Он в Трабзоне в Турции. С Касимом покончено. Как скоро у нас будет Араш? Команда прибыла в Турцию пару часов назад. Думаю, они уже на местах. Аэродром перед нами. Ищем этого говнюка. Главное найти Араша, пока не началась стрельба. Пойдем, Марка!
Заложники? Нет, тут дело не в заложниках. Его план уже исполняется. В этот раз вам его не остановить. Ну и кого же? Персея. Чушь. Персея мертв. Мертв? Столько времени прошло, вы и не знали. Скоро Персей спалит запад. Надо сообщить Хадсону. Ищем выживших и отправляемся в Лэнгли. Что за хрен этот Персей? Подробные данные о манхэттенском проекте из Лос-Аламос похитил русский агент Персей. 1968 Вьетконг. Вьетконговцы под командованием Персея пытаются выкрасть американскую атомную бомбу с военной базы. 5 дней назад стало известно, что Персей вновь появился на сцене и планирует атаку на нас. Персей. Аналитики ЦРУ считают его самой главной угрозой всему миру. Мистер Хадсон, мы все знаем о Персее. Мы также знаем, что он скорее миф, чем факт. То есть лично я считаю, что Персей просто страшилка. Генерал Хейк, позвольте представить вам того, кто все объяснит. Офицера особого отдела ЦРУ Рассела Аднера. Он один из немногих, кто хотя бы смог приблизиться к Персею. Мистер Адлер, почему мы должны принимать этого Персея всерьез? Вы не должны, сэр. Да, но погибнет много невинных людей. Это еще почему? Сэр, до сих пор каждый шаг Персея менял весь баланс холодной войны. И если 13 лет спустя он в игре, готовится что-то крупное. То, что затронет весь мир. Сэр. Сэр. Господин президент. Господин президент. Господин президент, это Джейсон Хадсон и Рассел... Я их знаю. Кто, по-вашему, одобрял их операции? Угроза реальна? Да, сэр, мы уверены. Сможете убрать Персея? Можно, сэр. Я уже запросил все необходимое. Сэр, его запросы весьма необычны и даже нелегальны, если об этом узнает пресса. Что вы несете вообще? Знаете, кто мы? У нас все задания нелегальные. Сержант Вудс, правдоподобное отрицание – основа нашей работы. Эл, речь о предотвращении угрозы всему человечеству. Дайте Адлеру все, что ему нужно. Господа, у вас важнейшее задание – защитить нашу цивилизацию от великого зла. В мире нет высшего долга и большей чести. И хотя о вашей борьбе узнают единицы, уверяю вас, весь свободный мир у вас в долгу. Я знаю, вы не подведете. Это Хадсон. Хадсон, они уже начали? Уже работают. Адлер в Западном Берлине. Скоро будет на конспиративной квартире. Ты ему веришь? Ха! Тебе не меня надо спрашивать, Блэк. А его команда? Сильная группа. Он позвал Симса, Мазулая. Даже как-то ухитрился вызвать Хелен Парк из Ми-6. Там будут еще и Мейсон с Вудсом. Не уверен насчет Парк. Адлер давно с ней работает. Вот и привлек ее. А новый агент? Белл, не начинай. Разумеется, тут надо смотреть в оба. Белл, будь как дома. Пора за работу. Парк? Адлер? Белл?
Последние 48 часов замечен всплеск советской активности в эфире. ЦРУ и Минобороны запросили информацию по своим каналам, но пока что зацепок насчет Персея нет. У Ми-6 тоже никаких следов. С чего-то надо начать. Так что вернемся сюда. Вьетнам, 68-й год. Тогда мы столкнулись с Персеем. Черт. Я так и думал, что та операция нам еще аукнется. Подними все, что есть по атаке в Дананге и скинь парк. Она пробьет по базе Ми-6. Нам нужны позывные, шифровки, отчеты о совместных операциях. В общем, любые возможные зацепки. Есть. Тут вступаешь ты, Белл. В свою группу я отбирал лучших агентов ЦРУ. Именно поэтому я снова выбрал тебя. Иди к доске с уликами. Прокрутим события в Дананге. Нужны зацепки, чтобы выйти до Персея. Итак, Белл, вернемся во Вьетнам. Там Персей впервые попал нам на глаза. Дело было в январе 68-го. Мы служили в спецгруппе ЦРУ, прикрепленной к 3-му полку морпехов Дананге. Нам поручили следить за советской активностью. Ходили слухи об агентах СССР в регионе. Но данных о присутствии Персея не было. До Дананга. Персей откуда-то узнал об операции «Сломанная челюсть». «Сломанная челюсть»? Да, там все пошло под откос. Мы вышли из лагеря Гаскинс. Ага, эту дыру я помню. Угу, попробуй вспомнить. Любые детали. Лица, имена, что угодно, лишь бы навело нас на след Персея. Все равно, что искать иголку в стоге сена, на поле со стогами. Возможно, но иголка-то есть. Помни, нас ждет дело. Белл, пора вставать. Хорош спать. Добро пожаловать в лагерь Гаскинс, наш маленький мирный оазис посреди этой богом забытой горы. Ты в безопасности. Мясник, как рука? Болит, зараза, ну хотя бы шевелится. Эй, Симс, ты знаешь, что от этой дряни можно ослепнуть? Ага. Вот и хочу успеть посмотреть. Белл, пойдешь с Симсом. Вы хорошо друг друга дополняете. У нас новый приказ. На 4-м аванпосте Паракорди есть то, что позарез нужно Комми. О чем конкретно идет речь? А что лучше не знать? Паракорд штурмуют раз за разом. Наше дело — забрать это нечто и свалить нафиг. Спокойно! На этом задании у нас будет поддержка с воздуха. Справимся без проблем. Надеть наушники. Всем бортам доложите готовности. Барсук 9-1, готов. Барсук 9-2, к взлету готов. Барсук 9-2, обороты в норме. Птички на взлет, полный газ, ручку на себя. Все борта в борт. Все крепко держатся? О, господи, Адлер! Почему у меня есть ощущение, что у тебя плохие новости? Потому что ты не дурак, Симс. Хотя новости неплохие, скорее даже очень хорошие. Объекту в Паракорде придется подождать. Отходим от основной группы, сделаем вылазку. И что же в этом хорошего? Источник сообщил, что в городе завелась крупная рыба. Советский агент с позывным Персей. О, черт! Разделяю твой энтузиазм, Симс. Если это правда, нашу разведку ждет золотая жила.
Там Персей впервые попал нам на глаза. Подходим к деревне. Принято. Подбираю площадку. РПГ! Пилок 2, задайте им кару! Вон на колокольне! Они здесь. Подтверждаю. Уверен? Тут два трупа, и они совершенно не похожи на вьетнамцев. Белл, бери журнал связи. Посмотрим, с кем они болтали. Задание выполнено. Данные у нас. Пора валить. Отлично. Держи документы. Сейчас тебя заберем. Ладно, возвращаемся к Армаде, забираем чертов объект. Барсук 9-1, это Паракорд. Нас атакуют со всех сторон. Чарли прорывают периметр. Что у вас? Паракорд, мы уже близко. Готовьте объект к погрузке. Принято, 9-1. Будем защищать объект сколько сможем. Паракорд, отбой. Барсук 9-1, в воздухе. Бетти, не раз только Чарли. Верный там нет. Подтверждаю все цели. Лови, Белл. Работай по хижинам. Барсук 9-1,
взяли вертушку, они очень расстроились, что мы сперли у них эти данные. Баракорд, через 20 секунд. Баракорд, это Барсук 9-1. Заходим на посадку. Принято, летчики. Будьте осторожны, у нас жарко. Постараемся расчистить площадку и приготовить ответ к отправке. Понял, Баракорд. Продолжение полковской конвой. Выноси грузовики. Оставим Чарли без патрона. Барсук 9-1, это Баракорд. Оттесните этих Чарли, пока они нас не окружили. Внимание, в воздухе наши борты. Работайте аккуратней. Они окопались на склоне холма. Если мы не уберем эти позиции, посадка нам не светит. Отдай шару. Барсук 9-1, разведка обнаружила крупные силы противника на южном направлении. Следуйте на перехват. Принято, Баракорд. Барсук 9-1, они штурмуют главные ворота. Мы долго не продержимся. Держитесь, Баракорд, мы уже идем. Барсук 9-1, иду на посадку. Будьте осторожны, у нас жарко. Понял, Баракорд. Вы Адлер, группа спецопераций? Да, да, да быстрее же, мать вашу. Да, сэр, спасибо. Не мне спасибо, это Белл. Вот кто добыл нам целую охапку советских разведданных. Идем, марш. Удачи, командир. А думаешь, что? Адлер, ты прикалываешься? Это страховка, вот все, что нужно. Все настолько хреново? Еще нет. Откуда ты узнал? Симс! Белл! Вы как? Белл, мать твою! Давай к турели, пока нас не сняли! Поддержку с воздуха! Белл, давай! Стреляй уже, не подпускай их к нам! Думаешь, это можно считать успехом? Хоть бомба не взорвалась. А главное, у нас есть данные о Персее.
Я же говорил, что у нас есть задание. Оно еще не выполнено. Рано расслабляйся. Да. Как там упражнение с памятью? Ну, Адлер считает, хорошо. Удалось вспомнить один документ из Вьетнама. Белл заканчивает расшифровку. Что-то полезное нашли? Несколько имен, зацепки. Парк пробьет их по своим каналам. Времени мало. Команда знает о нашем провале в Берлине? Нет, но если с этим связано одно из имен, то скоро узнает. Ты этого не допустишь, Хадсон. Просто не говорим ничего лишнего. Для меня это не проблема. Мы закончили анализ имен из Дананга. Одно из них заслуживает особого внимания. Антон Волков. Нелегальный торговец оружием из Восточного Берлина. Его связь с Персеем стала для нас сюрпризом. Нам приказано захватить или уничтожить Волкова. Если уж мы не можем добраться до Персея, займемся его людьми. Лишим его ресурсов. И заставим выйти из тени. Мейсон и Вудс все еще работают в Киеве. Считай, что Волков у нас в руках. Собирайся и на выход. Ми-6 разрабатывает Волкова уже несколько лет. Я настаиваю, чтобы вы взяли его живым. У нас к нему очень много вопросов. Я учту твое пожелание, агент Парк. Хочешь меня развлечь? Ты шутишь, что ли? Мы только что все обсудили. Знаешь, я столько всего могу сказать. Не, забудь. Порядок. Только когда меня не просят. В этот раз... На мне обеспечение. Все, что нужно, я вам достану. Список моих контактов длиннее китайской стены. Адлеру надо, я добываю. Ну а как иначе? Конечно, достану. Не проблема. Легко. Через неделю уже привезут. Ха, смешно. Но я-то не шутил. Сложно, но можно. Дай мне время, и он будет у нас под окнами. Окей. И как будешь платить? Я тут слышал, чеки выписывает Адлер. Черт, я буду вынужден отказать, если у тебя нет чемодана, набитого деньгами. Да. Он тут. Док, похоже, это тебя. Ладно. Чеки не оплатили. Да, я верну их. Алло. Черт, я пытался разыскать этого урода, когда он был в Италии на какой-то сходке. Хитрец. Увидишь? Передай привет от Лоуренса Симса. По-моему, нам очень не хватает таких кадров старой закалки. В смысле, вот Парк хороша, но не из наших. Ну, ты понимаешь. Опять ты. Запасов хватает. Точно хватит. Чё? На пару месяцев. Опять все принимаешь на свой счет? Считаешь меня оптимистом? Ясно. Ну и тебе чертовски приятного дня. Пока. Твои сведения из Дананга — настоящий клад. Тебе виднее. Тебе понадобилось 2 часа, чтобы расколоть ту шифровку.
И тебя особо заинтересовало имя Волкова. С тобой все в порядке? Мы ведь именно поэтому тебя и позвали. С этим шифром не справились бы даже лучшие криптографы ЦРУ. Ты гений, Белл. Но даже гением нужно спать. Ну да, но недолго. У нас общие интересы. Хотя мне доводилось работать с людьми поприятнее. Общаться по делу не больше. Избегать личных вопросов. И никогда не спрашивать про шрам. Думаешь, если б я знала, я бы сказала? Забавно. Родился под Ленинградом, не выходит на улицу днем, отлично разбирается в виски и в средневековых пытках. У нас ему понравится. Я лично устрою ему экскурсию. С радостью. Неплохо с именем вышло. Мы все храним. ЦРУ, как моя бывшая, ничего не выбрасывает. Вся хитрость в том, чтобы знать, что есть в этой свалке, и найти нужное. Видел ли я его? Нет. У нас есть только этот снимок, а ему больше 20 лет. Симпатичный. Надеюсь, годы его не пощадили. Белл, оставь эти штучки для операции. Береги силы. Хорошо? Выход через час. Волков – главарь банды, перешедший в Восточный Берлин после строительства стены в 61-м. У этого бандита есть связи и в Европе, и в обеих Америках. Его ликвидация ударит не только по Персии, но и по мировой преступности. Крупная рыба. А вот и наша рыбка. Франц Краус. По данным МИ-6, это один из связных Волкова. У них назначена встреча завтра ночью. Мы попадем в Восточный Берлин через метро. На закрытой станции к западу от стены есть нужная точка входа. Проследим, как Краус войдет в город. Как только Волков объявится, берем. Живым или мертвым. Дальше. Мы вдвоем ищем Краунса. Так, поезд замедляется. Начали. Все, поехали! Так, заброшенные станции патрулирует полиция ГДР. Впереди патруль. Можно укрыться от него за поездом. Осторожно.
что происходит? Я работаю в метро. Разрешите показать документы? Запретная зона. Лечь на землю. Вы арестованы. Стоп, стоп, стоп! Успокойтесь. Уверен, мы что-нибудь придумаем. Будете сопротивляться, пристрелю. Лежать! А ну лежать! Давай! Что за... Неплохо. Уберем следы. Крал скоро пойдет через КПП. Идем на крышу. Марк, Лазарь, мы почти на месте. Принято. Давай, сюда. Осторожно, прожектор. Да уж, они знают толк в охране. Следи за КПП. Краус может пройти в любой момент. Сфотографируй Крауса. Черт, охрана строже, чем обычно. Если задержится, опоздает на встречу с Волковым. Возле КПП. Вон с дипломатом. Это он? Отлично, это он. Это Краус. Пересек стену. Что у тебя? Мы с Лазарем ждем вас в точке эвакуации. Понял. Сообщают, что Краус и Волков встретятся в баре через дорогу. Иди найди там связную Хадсон. У нее синий зонтик. Я прослежу за улицей. Белл, ищи синий зонтик. Вещу индоси из Гешаха. Краус за столиком за моим правым плечом. Его знает, разве что он сам, но, полагаю, вряд ли больше дней. Краус был в штазе, пусть его миловидная внешность вас не обманула. Это убийца. Моего информатора взяли при случайной проверке в 2 кварталах отсюда. Теперь штазе перевернут тут все. Попрошу вас об услуге. Под пытками он быстро сломается. Надо его спасти. Или убрать. Его держат здесь.
Да, Маша. Белл, внимание, кажется, входит Волков. Где Волков? За тобой был хвост. Отправляйся домой и жди нашего звонка. С хвостом разберемся. Будет новое время и место. Белл, проблема. Пошли двое агентов в штате. Быстро уходи. Шайся. Идите в туалет. Я их задержу. Группа, новый план. Встречаемся у квартиры Грауса. Он наш билет к Волкову. Мне понадобится время. Встречайтесь с Лазарем и Парк без меня. Выйду на связь, как только смогу. Schon gut, schon gut. Aber Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Ich frage nicht noch einmal. Осторожней, Белл. Тут повсюду штази. Ищи меня в здании через дорогу от тебя. Будь осторожнее, у нас и так достаточно проблем. Парк, что у тебя? Я в магазине напротив квартиры Крауса. Он только что вернулся. Что у тебя? Штази прочесывает район. Пришлось затаиться. Найду вас, как будет поспокойнее. Белл, срочно ищи Парк и Лазаря. Отбой. Тебя ищут. Я просто следил за конспиративной квартирой КГБ. Я не знаю, как они меня нашли. Я делал все как положено. Что там было написано? Им нельзя верить. Не знаю, о чем вы говорите. Прошу, отпустите меня к детям. Не убивайте!
Отлично. Думаю, тебя не засекли. За мной. Не шуми, а то нас сдадут местные. Парк в магазине электроники через дорогу от дома Крауза. Я хотел принести ей сарделек из Дер Браунба, но там закрыто. Парк совсем близко. Вот и мы. Пару минут назад к дому Крауса подъехала машина, но я так и... Минутку. Краусу позвонили. Я знаю протокол. На КПП за мной никто не следит. Белл, ищи Крауза. Чемодан будет в безопасности. Все это время он был при мне. Где это? Да, я знаю это. Постараюсь. Ну что, Лазарь? Волкову нужен чемоданчик Крауза. Повесим маячок. Он приведет нас к Волкову. Придется влезть в квартиру Крауса, не привлекая внимания его самого и его жены. Белл займется. Пока он там, я проверю окрестности на предмет незваных гостей. Парк, ты следи за нами отсюда. Я покажу себя с лучшей стороны. Чудно. Агенты штази проверяют всех. Осторожней там. Белл, я видела у Крауса тетрадь. Попробую ее найти. Белл, если тебя заметит Краус или его жена, это провал. Если что, жену можно усыпить. Но сам Краус должен пойти навстречу. Звоню Краусу. Готовься входить. Чемоданчик. Алло? Извините, Фрей здесь не живет. Ну да, это мой номер, но боюсь... Она проспит несколько часов. Помогите. Приберись тут. Да-да. Ты не видела мой зонтик? Мне пора выходить. Мам, где мое одеяло? Черт, папа, про ребенка забыли. Краус выходит из кабинета. Прячься. Чисти зубы. Я уже скоро. Не попадайся на глаза Краусу. Знал. Пап, я все сделал. Я теряю Крауса каждый раз, когда он туда заходит. Посмотри, что там.
тебя мало времени. Ищи чемоданчик. Я не знаю, откуда у него взялись материалы, но я привел его. И это серьезно облегчит твою участь. Эта личность интересует Персея. Ты скажешь Персею, что его поймал я? Наконец-то. Персей обещал награду за твою голову. Легко отделалась. Не вынуждай меня браться за игрушки. Повторяю, на кого ты работаешь? Не жди ответов на свои вопросы. К сожалению, кажется, твоим друзьям сейчас совсем не до тебя, товарищ. Я мог бы найти тебе пример, но ты бракованный товар. Горбатого могила не сбыть. Что такое? Бери Волкова! Я выдвигаюсь! Давай, давай!
что ж, остались. Наконец. Белл, от имени всей МИ-6. Спасибо. Волков у нас. Не по заслугам. Валим из Восточного Берлина. Сведения Волкова подтвердили наши опасения. В Восточном Берлине Персей получил атомную бомбу. Мы не можем быть уверены. Она у него, это точно. В документах Волкова мы нашли зашифрованные координаты. Безлюдная местность на территории Украинской ССР. Вот что обнаружил Blackbird. Я хочу знать обо всем, что происходит в здании. Нужна помощь остальных. Я вызвал Вудса и Мейсона из Киева. Белл, пойдешь туда с Вудсом. Мы с Мейсоном останемся ждать эвакуации. Парк, на тебе связь. Мы не знаем их состав и уровень подготовки. В бою действуйте на свое усмотрение. Пришло время заглянуть за железный занавес. Все, отставить разговор.